Так, Калек, вот тебе снимаю. Сейчас вот эта ошибка горит, которую я говорю, она не должна. Должна гореть вот это вот, что консоль на крюке, что захватила консоль, а горит, вот видишь, не до конца дошла. Вообще, приходишь сюда, там главный включил, получается, первый, второй, и все. Ни гидравлику, ни тормоза не трогаешь. Идешь наверх, приходишь, я же говорю, вот это будет моргать. Вот, чтобы она не моргала, я всегда вот сюда нажимаю. Несколько раз она потухла. Потом нажимаю главный. И что нужно? Вверх или вниз. Если выбил ошибку, нажимаешь сюда на желтую. Опять включаешь главный. Ну, выключил, опять включил. Опять вверх-вниз. Вверх-вниз. Можно пробовать и сбросить ошибку. И сразу или вверх, или вниз, что там тебе надо. И она уже сама пошла. То есть... Когда тебе надо ее опустить, загорается вот эта лампочка, консоль в горизонтали. Когда тебе надо поднять, загорается вот эта лампочка, что консоль на крюке. Все, тогда выключаешь главный и уходишь. Вот в таком порядке. То есть пришел, нажал на эту, нажал на эту. К примеру, нажимаешь «Опускать консоль». Нажал, она заморгала, и все, консоль пошла сама. Вот это заморгает, чуть поднимется, крюк освободит ее, и загорит вот это. Блин, сейчас рацию выключу. Вот, загорится это. И потом ждешь, как пока будет вот это, загорится вот эта лампочка, консоль в горизонтали. Все, выключаешь главный и идешь вниз работать. Так же самое поднять. Приходишь, она у тебя опущена. Нажимаешь на эту, нажимаешь на эту, нажимаешь поднять. Здесь она не будет моргать вниз, она сразу будет подниматься. Будет подниматься, подниматься, подниматься. Крюки упадут, она загорится вниз, чтобы найти этот, освободить троса. И потом ждешь, пока загорится вот это, что консоль захватили крюки, типа на крюке. Все, так же самое. Выключил и ушел. Ну, надеюсь, за 2 минуты объяснил. Доступно. На 77-м то же самое.